Как на пороховой бочке воспламеняющиеся стоки напугали жителей Костанай. Чтобы выяснить, в чем дело, экологи отобрали пробы воды в ливневой канализации города. Информацию о веществе непонятного происхождения сообщили работники отдела ЖКХ. Экспертизу будут проводить несколько дней. Параллельно начнут поиски и источника утечки. К слову, неподалеку находится предприятие, где содержатся нефтепродукты. Отберем пробы на их мониторинговых скважинах и совместно также с управлением департамента чрезвычайной ситуации, чтобы они проверили их, скажем, резервуары, нет ли там у них каких-либо течей и так далее. То есть эту работу мы сейчас будем проводить для того, чтобы выяснить причину появления этих наличия нефтепродуктов в этом колодце. По внешнему состоянию и по запаху это говорит о том, что это нефтепродукты.